Так, ну ты еще тоже не менее интересный товарищ. Dreams come true. Пусть отдел продаж срочно начинает работать по реализации существующего готового продукта. Когда инвесторам захотели это делать, я думал, все пойдет гораздо быстрее. Не верю, что на эти трассы нет заказов. Начните с малого, небольшие городские кусочки. Их же можно без вашего участия строить. А вы продолжаете достраивать ОАЭ. А так смысл было дрохать такую махину, чтобы бросить ее и строить такую же в тропиках. А завтра с Антарктиды заказ появится. Будем и там испытательный строить. Ну, как много у него вопросов. Причем с восклицательными знаками. Отдел продаж начинает работает уже многие годы по реализации существующего готового продукта. Просто Dreams Come True и другие не понимают, что это такое, продать, допустим, инфраструктурный объект, где десятки составляющих, так? А не просто, мы пришли, говорим, купите, все говорят, ой, покупаем. И как он видит, что мы где-то начнем строить трассы городские. Какие городские трассы? За чьи деньги? А где деньги взять на эти трассы? Эти трассы должен дать город или государство. А государство вкладывает деньги в другое. Вон в асфальт. И тонны не хватает, чтобы все ямки залатать. Так? Поэтому нет понимания у наших инвесторов, что такое вот проекты адресные. Да? И как понять, их можно без нашего участия строить? Зачем мы создаем бизнес, чтобы без нас это все делали? Представляете, Эп создал махину, вложил там миллиарды долларов, потом говорит, выпускайте айфоны без нас, выпускайте компьютеры без нас. Мы отдаем вам заводы, делайте, а мы просто будем радоваться от того, что вы это делаете. Да? Мы же бизнес создаем. И более того, сделано так, чтобы без нас не строили и даже не проектировали, потому что все это запатентовано. Это индивидуальная собственность, она наша собственность. И только это позволит нам зарабатывать. Я все время помню, что инвестиции надо возвращать инвесторам. Я это знаю. Поэтому не надо бросаться на любой проект, лишь бы что-то сделать. А тестовые трассы – это совсем другое, это часть сертификации. Думаете, Siemens смог бы построить дорогу в Шанхай аэропорт, поезд на магнитной подушке, если бы они не сделали тестовую трассу, если бы они не испытали несколько поколений подвижного состава. При этом они потратили на это, на науку, на исследование, на содержание там штата, инженеров и так далее. И десятилетия работы они в общей сложности примерно и на сам тестовый участок потратили 6,5 миллиарда евро. А заказ пришел на 1,5 миллиарда евро всего лишь. Из-за того, что Трансрапид это не очень хорошее вообще оказалось направление с инженерной точки зрения. Неэффективно, небезопасно, не экологично и так далее, то заказов больше нет. И потом Siemens сказал, мы закрываем это направление как неперспективное. И все, и не работая в этом направлении, затратив, еще раз повторяю, 6,5 миллиарда евро. Мы ничего не закрываем, мы продолжаем работать. И наши преимущества колоссальны по сравнению с тем же поездом на магнитной подушке. Это все понимают, те же заказчики. Но мы не можем заставить их взять заказ. Мы строим инновационный центр, центр продаж. Магазин продаж. Я не думаю, что там, скорее всего, Dreams Come True есть там, допустим, автомобиль. Так, наверное, он же покупал этот автомобиль в салоне продаж где-то, если он, естественно, новую убрал машину, не подержанную. Значит, наверное, есть магазин, куда он мог прийти и посмотреть, прокатиться на этой машине, потрогать ее, сказать, в принципе, меня устраивает. И все, и салон, и двигатель, и стоп топлива, и другие характеристики, и дизайн. Поэтому я покупаю. Как же без этого, без демонстрации, без сертификации можно что-то продать серьезное? Как? Это невозможно сделать. Поэтому мы не отгрохиваем махину какую-то, а мы строим тестовые трассы, и уже у нас сегодня идут заказы, они уже процесс начат.
Если бы мы это не стали делать, то до сих пор бы бегали по кабинетам чиновников и предлагали какие-то там кусочки трасс в городах. Что я делал уже, ну, делаю лет 20. И в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Екатеринбурге, и в Новосибирске, и в Ставрополе, и в Хабаровске, и в Фатимансийске, и Сидней, и Нью-Йорк. И я могу продолжать до бесконечности это все. Да? И, кстати, по некоторым проектам был интерес серьезный. У ряда городов, где мы, вот Остон и Транспортинского, получал предзаказы реальные. И где нам платили деньги реально. И более того, даже Остон и Транспортинского разработала стратегию применения струнного транспорта в Ханты-Мансийском округе, в Югре. И нам за эту вот стратегию больше миллиона долларов заплатили. Она действительно стратегия. Построили несколько тысяч километров дорог струнных в округе, размеры которых больше Франции. Бюджет пополнен самодоходами в несколько триллионов рублей. Это очень эффективно все, да? Поэтому есть кусочек городской трассы вот Ханты-Мансийске. Даже была строка в бюджете, где было написано на первый участок городской трассы в Ханты-Мансийске 800 миллионов рублей. Это был, по-моему, 2008 год. Да. В бюджете мы были. Ну, кто знал, что будет кризис мировой? Экономический кризис, и все рухнуло. А потом губернатор ушел, перешел на другую работу. Пришел другой новый губернатор, и ему оказалось это не нужно. Вот тот, кто занимается вот такими подобного рода проектами, он понимает, насколько это сложная работа. А кто не занимается, думает, это вот пойти, он, как на рынке, покупайте там помидоры, огурцы, тут уже набежали, стали покупать. Ну, здесь несколько по-другому все делается. И даже, чтобы пробить какой-то кабинет, надо потратить на это 2-3 года. Что и тратят другие компании, тоже Siemens. Многие проекты, они пробивают десятилетиями. Десятилетиями. Имея тот потенциал, который у них есть. У нас этого потенциала нет, и таких возможностей нет. И таких бюджетов у нас нет. Поэтому, если завтра с Антарктиды будет заказ, причем там будут деньги, на заказ. Да, мы построим испытательный там тестовый участок. А как иначе? И что, мы будем без испытаний по сугробам при минус 60 строить там дороги? А поедет ли там транспорт при таких температурах? Да мы там двигатель просто перестанет работать, к примеру, при минус 60. Поэтому, естественно, без испытаний нельзя делать. И надо это делать и строится тестовая трасса. Там, где есть действительно деньги, есть заказчики. И мы пришли в Эмираты, где все это есть, в отличие от других стран. Тоже России или Беларуси. Star Club. Возможности безграничны.